Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг – это ты. Вчерашний ты. Твоя задача – выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, не вернуться назад, победителем. Потому что завтра – первый день твоей новой жизни. Я батько. Я молодший брат. Я водил маршрутки. Я скоро удружуся. Я фанат-шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Фальшица. Дядя Юра, таксист. Я учитель физкультуры. Я студент-геолог. У меня своя фирма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Мир і свобода. Доблесть і доброта. Все кажется просто, если по-настоящему. Когда выше страха, быстрее скорости звука, из последних сил и пределом возможного вопреки. Быть смелым – значит мыслить. Сильным – значит духом. Для нас безопасность – это глагол. Преданность, честь и ответственность. Мы верим в простые истины и выбираем жить достойно. Мы вместе, чтобы побеждать и беречь, прикрывать и не жалеть себя. Не ради славы, но во имя жизни и мира, и свободы, доблестью и добротой. Армия России. Привіт, мам. Пам'ятаєш, як я просив у тебе брата? Тепер в мене їх аж 22. Бачила б ти нас на тренуваннях. Здається, ще вчора ганяла м'яча у дворі. А сьогодні ми воїни. Сильні. Відважні. Я виріс, мамо. І я нікому не дам тебе скривдити. Армія – це гордість для тих, хто служить, і тих, хто чекає. Привіт, братишка. Извини, не отвечал. Телефон в гостинице забыл. У меня все хорошо. Погода просто супер. Отдыхаю с отличными ребятами. Очень веселые. Я тут познакомился с девушкой. Ее зовут Лена. Она красивая. Сейчас идем купаться. Скоро уже домой. Не скучай. Армия России. Одежда і аксесуари. У світі багато простих речей. Лопати. Вони бувають різними. Садова. Совкова. Дитяча.
але є інша лопата. Її ми використовуємо, коли вирушаємо на позицію. За короткий час риття виходить окоп, де можна сховатися від куль. Якщо танк проїде над таким окопом, є висока ймовірність, що він не завдасть солдатові жодної шкоди. Ми зариваємось в землю все глибше, а потім з'єднуємо окопи зі своїм товаришем. За кілька годин окопи всіх стрільців підрозділу об'єднуються в позицію. Коли під рукою немає сокири, лопатою можна розрубати буханку замерзлого хліба. Солдат використовує лопату як весло, коли переправляється через широку річку. Якщо в нас кінчаться набої, ми знову скористаємось лопатою. І підемо далі. А коли отримаємо наказ зупинитися, дістанемо її і побудуємо навколо себе незламну фортецю. Цю фортецю захищають сухопутні війська України, наші війська. Приєднуйся. 044-271-1029. There are many simple things in the world. Shovels. They are all different. Gardening shovel. Unloading shovel. Children shovel. But there is also a different shovel. We use it when we come to the position. In short time, it helps us dig a trench which saves us from bullets. If a tank will pass over the trench, there is a high probability that it will not cause any harm to the soldier. We dig in the ground, deeper, and then connect the trenches with our friends to the left. In just a few hours, trenches are all connected. When we do not have an axe, we can use a shovel to cut a loaf of bread. A soldier uses a shovel as a paddle, crossing the wide river under enemy fire. If we run out of ammunition, we will use a shovel again. Get the order to stop. We'll take a shovel again and build around us an impregnable fortress. This fortress is defended by the Army of Ukraine, our army.